прошу прощения за технические неполадки. Давай, давай, дуру, где твой? По-прежнему 0-0, идет первый тайм. Шакиров, толчок. Вместо Гатиатулина на поле появляется Тихонов Тимофей. Иди к вратарю! Тимур, иди к вратарю! Перед ним встань! Камиль, поднимайте! Сток, удар. В стенку попадает мяч. И Сарваров сейчас пытается в контратаку убежать. Зарабатывает угловой сейчас Виталий. Подача! Сарваров. Стоит, боится, аппаратчик. Шакиров сейчас борется. Спасибо. Чугунов Шакиров. Шакиров по бровке проходит, передача в штрафную. И сейчас никто не стал из игроков строителя замыкать. Хорошая передача была Шакирова. Вместо Тихонова на поле появляется Кульбарисов. Шакиров перехватывает. Сам может наносить удар сейчас Виталий. Нет, не дает игроки Елабуги нанести удар. Долго готовился сейчас. Аут в пользу команды строителей. Кульбарисов хороший. Передача на Шакиров. Шакиров. Слетает мяч сейчас у Виталия в последний момент с ноги. Кульбарисов сразу прессингует. Чугунов. Не дает Родион сейчас обыграть, а один в один. Сарваров подхватывает сейчас мяч. И безадресная передача сейчас. Холкин. Борисов. Неточный удар Сарварова. Сарварова на поле появляется наборщиков Дмитрий. Сразу вступают в игру. Головой в пользу команды строитель сейчас Шакиров будет подавать. Подача. Наборщиков. Дальний удар. Попытка проверить вратаря. Шакиров перехватывает удар. Со штангой сейчас мяч пролетает, прессингует команда строитель своего соперника.
Коль Борисов. И сейчас просто по счастливому стечению обстоятельств мяч не залетает в ворота. Наборщиков. Прочитали эту передачу. Сейчас команда Елабуги бежит в контратаку. Чугунов здорово играет сейчас Родион. Наборщиков. Куль Борисов проходит передачу на Наборщикова. Убегает Дима. Второй игрок команды Елабуги уже страховал. Сейчас очень активен Шакиров Виталий. Практически весь центр поля он себе забирает. Вступает во все единоборства. И вместо Холкина на поле появляется Миронов. А тем временем Наборщиков вводит мяч из-за боковой. И Шакиров своими индивидуальными действиями вынуждает команду Елабуги выбивать мяч за пределы поля. Очередной угловой. Шакиров. Подача. Нет. И сейчас надо бежать. Янусов своевременно сейчас. Вышел из ворот, выбил мяч. Вместо Шакирова сейчас на поле появляется Маштаков. Даниил. Наш, Камильевич! Команда Елабуги пытается убежать в контратаку. Первый тайм заканчивается. Счет 0-0. Судья приглашает команды на поле. В воротах появляется Зуев Артур. И второй тайм начался. Номер последний, заматься. Спокойно, играй. Все, замат чуть выше. Да, вот. Сюда, 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 замат, сюда в диагональ. Лег туда в диагональ. Длинная, вот. Ну, дом теперь уже. Дом. И Леха, выше, выше, выше в диагональ. Тебе через края смотри, да? Почему у вас коридоры проходят? И сейчас. Ой-ой-ой, ничего. Попытка нанести удар. Не получается. Миронов с мячом. Отрезай. Чугунов. Все правее. Все скидывай. Вместо Маштакова Шакиров на поле появляется.
Миронов. Зуевым. Зуев вступает в игру. Чугунов сейчас безадресную передачу вперед сделал. Вместо Гатиатуллина на поле появляется Кульбарисов. Команда строитель прессингует. Дрем патефон, блядь. Кульбарисов. Тимур, у тебя бежит. Подача в штрафную. Опасный удар. Зуев на линии ворот. Чугунов добивание принимает уже на себя. Наборщиков появляется Сарваров. Шакиров перехватывает сейчас. Контроля нет. Встречай, не бросайся. Все, здорово, играйте. Шакиров стоит. Нет, по линии мяча нет. Фанат выше, дай дом. Ниже края спускаются, ниже. Центр. Да, блядь, Демид! Шакиров сейчас перехватывает. Фиксирует игру рукой рефери. Шире, шире, Демид! Еще верни! Хорошо, прием вперед! Смотри! Зуев должен вступать в игру. Чугунов заброс на Шакирова в центре. Дальше Сарваров. Сарваров сейчас отбирает мяч. Кульбарис, Шакир он сейчас. Отбирают мяч. Чугунов. Через дом. Успевает Зуев. Борисов на поле появляется. Гатаулин.
Сарваров, удар! Робик, не надо этих скидок! И команда Елабуг бежит в контратаку. Аут. Холкин вместо Миронова появляется на поле. Отворот. Шакиров по правому флангу сейчас не успевает Виталий сделать передачу. Передача пятки на Сарварова. Хорошая передача, Зуев. Отличная передача сейчас прошла у игрока команды Елабуга. Гатаулин безадресно, просто вперед. И сразу смена вместо Гатаулина. Вместо Гатаулина Маштаков появляется, вместо Сарварова Наборчиков. Инка, откройся! Можно играть, показывает рефери. Наборчиков перехватывает сейчас. Можно играть. Очень неточная передача в исполнении команды Елабуга. Шакиров сейчас. Удар! Еще удар. Еще Шакиров удар. Наборщиков! Дим, не отпинывай мяч! Зарабатывает. Димка игрока. Давай оборона! Строитель. Опережение! Угловой Наборщиков будет подавать. Подача. Иди, блядь, иди! Шакиров с мячом. Убивает у него в последний момент ноги. Опасный отрезок матча сейчас был. Шакиров в руки вратарю. Тимур, опасно даешь. Рядом защитник. Пошли края, бегут. Бежит Елабуга в контратаку. Неточная передача. Вместо Маштакова на поле появляется Тихонов. Зачем он?
Шакиров сам разгоняет атаку. Хорошая передача на Наборчикова. Работай, Камиль, работай. Корпусом сейчас Наборчика оттесняют. И Чугунов. Сарваров вместо Наборчикова. Не убегает команда Елабуги. Не успевает сейчас 24 номер Елабуги замыкать передачу. Развивали контрвыпад наши ребята. Шакиров сильно на Тихонова. Тихонов. Передача в штрафную. Сарваров. Еще удар. Тихонов. Сарваров. Сохраняет мяч Сарваров. Тихонов. Растягиваем. Неточный удар сейчас Тимофей наносит. Коридор и Азамат. Коридор. Сильнее, блядь. Тихонов. Удар. Рядом со штангой сейчас уже мяч пролетает. Дай сначала в край. Растяни коридор. Потом дай диагональ. Тебе ниже. И остается считанная минута играть. Другой край, прессингует, да? Сейчас команда строителей Елабугу. Напоминаю, счет по-прежнему 0-0. Хорошо. Куда все назад принимаешь? Центр. Это Розаман. Все плывет, блин. Хорошо. И дай коридор. Давай. Удар Зуев и добивание. Оставляют сразу двух игроков. Без присмотра. И в конце матча Елабуга открывает счет в этом матче. 1-0. Никаких вопросов сейчас Зуеву Артуру нету. Первый удар отлично парировал, но добивание уже два игрока. И матч заканчивается в пользу команды Елабуга.